Вот. Ну, кроме этого, значит, была создана база, настоящая база вопросов, которые, так сказать, в последнее время правила меняются достаточно быстро, очень динамично меняются правила. Вот. Была создана база вопросов. Мы начали проводить семинары не только для взрослых, но и для детей. Я считаю, что детские семинары – это одни из самых эффективных форм судейских семинаров для овладения, так сказать, вот этими судейскими вызываниями. Значит, собственно говоря, не так плохо, в общем-то, выглядит в судейском плане и остальные федеральные округа, Хотя я хочу сказать, что знания, которые обладают арбитры, ну, мягко говоря, не очень хорошие. Поэтому, значит, я всех призываю, как минимум, пару раз в году проходить семинар. Здесь ничего зазорного нет, потому что правила меняются. Я, в общем-то, вспомню, допустим, правило троекратного повторения позиции за последние 10 лет уже, значит, менялись они дважды, но вы прекрасно понимаете, про что я говорю. Значит, раньше одно было в начале 2000-х, потом заменили, значит, только 3 минуты, значит, вы помните, про что я говорю. Вот сейчас 2 минуты. Все по-разному, поэтому ничего страшного.